зовут Елена Коваленко. Это моя кошечка Кэти. Сегодня я хочу рассказать вам о компании, с которой я веду бизнес уже 2 года. Компания называется BioSy. Это французская компания. Основана она Селин Лангле. Это доктор фармацевтических наук, которая сама лично изобретает все формулы и занимается производством данной продукции. У нас в нашей компании есть очень много плюсов, о которых я хочу вам рассказать. Самый первый плюс для меня – это сама продукция, потому что это органическая продукция, не просто натуральная, а именно органическая, и аналогов ей нет. Продукция производится именно во Франции. И нет никаких животных компонентов, только растения, это морские водоросли и растения, выращенные методом органического земледелия, то есть никаких химических компонентов при их выращивании не добавляется. И в экологически чистом месте, провинция Бретань, это Франция, вот там вот и выращиваются растения для нашей косметики. Это первое, почему я пришла сюда, потому что я, в принципе, в MLM-бизнесе до этого не была. И очень ценю себя, свою внешность, свою кожу. И предпочитаю пользоваться действительно качественной косметикой. Это первая причина, почему я пришла в эту компанию. Ну и вторая причина – это, естественно, бизнес. Все мы приходим в какую-либо компанию, чтобы строить бизнес. И первая причина для меня – это была новизна компании. То есть компании сейчас всего лишь 4 года и очень много пустых регионов, поэтому здесь еще не охвачен рынок. Лично я открыла 2 представительства в разных городах, и за открытие представительства в своем городе у нас дают премию 100 тысяч рублей наличными деньгами. Это очень круто, потому что вот открыв 2 представительства, вы получаете 200 тысяч, то есть и можете открывать их немереное количество, 10 представительств, это получается 1 000 000 рублей уже. Вот. Дальше, регистрация в нашей компании совершенно бесплатная, не требует паспортных данных. Это тоже людям стало не нравиться, когда с них требуют какие-то документы. Так вот, у нас паспортных данных не требуется. Очень маленький личный товарооборот, то есть вы покупаете продукции всего лишь на 2700 рублей, у нас это 100 баллов в месяц. Ассортимент очень большой, более 300 наименований, это и косметика для дома, для лица, для тела, для женщин, для мужчин, для детей, бижутерия ювелирная, покрытая 14-каратным золотом с камнями Сваровски. Текстиль, то есть у нас много чего есть, все качественное, все шикарное, поэтому вот этот товарооборот в любом случае где-то покупаете что-то и легко его очень сделать, но результатом будете вообще потрясены просто от этой косметики. Вот мне 36 лет, и я вот когда начала пользоваться этой косметикой, я просто вижу, что я, наверное, не старею, а молодею. Чудес, конечно, никаких не совершается, то есть морщинки все равно не появляются с возрастом, но то, что они действительно вот как бы уменьшаются, предотвращение новых морщин, и это я прекрасно вижу. Дальше хочу рассказать вам огромный плюс, кто разбирается в маркетинг-плане, что у нас 1 балл равен всего лишь 27 рублей. А на выплату у нас идет 23 рубля. Я недавно узнала, что в других компаниях вообще большая разница, то есть вот, например, в компании на букву Т, не буду произносить, там 1 балл равен 40 рублям, а на выплату всего лишь 20 рублей, да, то есть половину компания забирает себе. Компания на букву F, там баллы можно даже делать в месяц на 120 баллов, а на выплату идет 60, то есть тоже там в 2 раза где-то приблизительно. Есть такая компания на букву N, там 120 баллов идет на покупку и 40 всего лишь на выплату. То есть получается, что компания большую часть вашего заработка забирает себе, у нас такого нет. Вот обратите на это внимание при выборе компании, то есть сколько вам реально потом платят денег. Следующее, зачем я сюда пришла, это однозначно путешествие.
В многих компаниях путешествий просто нет, или их дают периодически, от случая к случаю. У нас каждый год это шикарный круиз на итальянском лайнере. Я очень люблю путешествовать, и поэтому для меня это вообще очень круто. Итальянский лайнер с казино, с бассейнами, all inclusive, то есть там просто шикарный VIP-отдых, и это кругосветные только лишь путешествия. То есть вот в марте я, например, поеду в круиз Мальдивы, Шри-Ланка, Мумбаи, Гоа, то есть вот такой вот на этом круизе посещу несколько стран. Ну, это вообще моя мечта, которая совершается благодаря тому, что я строю бизнес в этой компании. Следующее, что мне здесь очень нравится, это, конечно же, автопрограмма. Я знаю, что в некоторых компаниях есть автопрограммы, но или они очень тяжело доступны, да, то есть там только Мерседесы выдают там при миллионных товарооборотах, но не все добиваются этого. У нас в компании вы можете уже с товарооборота 135 тысяч писать заявление на автопрограмму. Через 5 месяцев вы уже получите свой заветный автомобильчик. Причем автомобиль можно взять любой иномарки. Пожалуйста, выбирайте ту иномарку, которая вам нравится. Это очень тоже круто, я считаю. 2 моих спонсора получили уже автомобили. Я могу уже взять автомобиль, но я хочу подняться уровнем еще выше, потому что я позарилась на очень крутую тачечку, скажем так. У нас в компании чем выше уровень, тем выше классом автомобиль ты можешь выбрать в подарок от компании. Ну, для меня это вот как бы тоже такая мечта — иметь собственный классный джип. Хочется, да, мне. Дальше. Вот этой программы нет точно ни у кого, может быть и есть, но у единицы MLM-компании это квартирная программа. Опять же, когда ты уже становишься у нас на уровень всего лишь вице-директор, да, то есть вступаешь в лидерские позиции, ты можешь писать заявление на приобретение дома собственного или квартиры в кредит, и кредит полностью оплачивает компания. Причем квартиру или дом ты можешь выбрать в любом городе своей страны. Я считаю, что это очень-очень-очень круто, конечно. Потому что, да, в других MLM-компаниях там можно заработать на дом или квартиру. Зачем тратить заработанные тобой деньги на дом или квартиру, если компания тебе все равно этот дом подарит? Как машину, как и всякие поездки интересные. Ой, забыла сказать вам про поездки. Да, понятно, что круиз — это круто, но кроме круиза у нас компания дарит периодически тоже такие интересные вещи, как ассамблеи. Ассамблеи — это обучающие такие собрания в других городах. Ну, у нас ассамблеи очень крутые, они или в Москве, или же в каких-то спа-курортах. Например, вот в этом году будет в сентябре обучение такое в Грузии. Отель очень крутой, 5 звезд, естественно, all inclusive, там будет и обучение, и отдых. Периодически у нас лидеры ездят во Францию, на родину BOC, и посещают лабораторию BOC. В этом году ездили на остров Корсика во Францию. Я, к сожалению, не попала, но следующая поездка будет моя однозначно. Немножечко только потрудиться. Вот. И посещали парфюмеров, которые изготавливают формулы для парфюмов для компании BOC. Посещали этот остров, смотрели, где это все изготавливается. Тоже это очень интересно и очень круто. Что еще могу рассказать о нашей компании? Ну, во-первых, нет обязательных закупок сразу. То есть вот ты регистрируешься, и ты сразу можешь взять любую продукцию без торговой наценки 50%. Это хорошая торговая наценка. То есть в других компаниях ты обязан, например, брать на какую-то определенную сумму, тогда тебе дают скидку. Здесь нет. Ты регистрируйся бесплатно, пожалуйста, сразу получай скидку. Пробуй, и понравится, пожалуйста.
пользуйся. Дальше есть у нас такой большой плюс, что каталог длится 2 месяца. Не так, как в других компаниях, где ты 3 недели или 2 там, недели бегом, ты должен там выполнить определенные условия, иначе ты там не выйдешь на уровень. У нас каталог 2 месяца, ты за один календарный месяц выполняешь свой уровень. Да? Есть у нас очень крутые премии. Премии вообще от АС, то есть до 1 миллиона евро ты можешь получить премии. Это, если взять суммарно, то там намного больше денег выходит. То есть, например, сделать это товарооборот 135 тысяч. Это у нас уже уровень вице-директора. Ну, для сравнения, в известных компаниях, да, там на букву О, например, 270 тысяч, чтобы выйти на директора. Через 6 любых месяцев в году, любых, не надо подряд подтверждать квалификацию, ты получаешь 1000 евро. Когда под тобой вырастает 2 таких директора, ты становишься золотым, это 2 по 135, 270 тысяч, у нас уже золото ты открываешь. Ты открываешь золотого директора, получаешь еще 2000 евро. Да, то есть суммарно золотой директор уже 3 получает. Если у тебя прирос еще один директор, ты становишься платиновым директором. Получаешь еще 3000 евро. То есть суммарно у тебя уже премии только на 6000 евро. Когда ты делаешь товарооборот миллион, если этот миллион делается из твоих директоров, то ты уже выходишь на звание ведущего бриллиантового директора и суммарно получаешь только премии, внимание, на 23000 евро. В других компаниях, например, на букву Т, я смотрела, что там миллионный товарооборот – это уровень золота, и ты получаешь 45 тысяч рублей премии. 23 тысячи евро и 45 тысяч, ну, для меня большую роль играет. Поэтому я смело могу сказать, что здесь, опять же, мы выиграем огромный-огромный плюс. Ну, каждый выбирает свое, да, конечно. Не могу никого уговаривать. Что же вам еще рассказать-то? Расскажу. Во многих компаниях вы не получаете с глубины до конца. То есть обрезают на 3-м уровне или на 5-м уровне. То есть вот вы с 5 уровней в глубину получаете, а дальше ваши люди запустили процесс, который идет несколько лет, да, то есть через 10 лет, например, там в глубину у вас 50 уровней, а фигушки вы получаете только с 5. Так вот, в нашей компании такого нет. Вы получаете полностью в глубину со всех приглашенных людей, вами и вашими людьми. Со всех. Вы понимаете, какие это деньги через несколько лет? Вот это называется пассивный доход. Когда не обрезается глубина, а не то, что пассивный доход, когда ты сидишь и ничего не делаешь. Пассивного дохода у MLM-щиков не существует, потому что если ты вышел в лидер и ты развил себя как личность, как бренд, все равно на тебя будут идти люди, и все равно у тебя будут постоянно регистрироваться новички, да, вот как у меня сейчас, я постаралась вначале, сейчас уже люди сами ко мне просятся в команду, я уже могу как бы контролировать этот процесс. Почему? Потому что я создала себе так называемый пассивный доход. Вот все. Но я не могу отказывать людям. Я хочу больше строить команду, потому что это нормально. Это бизнес, да, который делается налегке, скажем так. Еще, ну, мало в какой компании вы можете совмещать MLM-бизнес и линейный бизнес. В нашей компании это возможно. Вы можете открывать очень крутые эко-магазинчики в любом городе, в любом населенном пункте, и это будет приносить вам очень хорошие деньги. Если вы открываете эко-магазин или бюро это у нас называется представительство, склад в городе, ну или в селе, где угодно, то вы получаете, кроме премии 100 тысяч рублей, еще 18% от товарооборота. Это не считая MLM-структуры вашей, да, то есть просто за обслуживание людей, и плюс 50% вы получаете, если вы торговые наценки, если это эко-магазин. Также у нас есть очень много программ подарочных, да, то есть если вы новичок, например, вы делаете заказ на 2700,
то вы получаете подарков на такую же сумму. И каждый месяц, 6 месяцев подряд, вы получаете огромные наборы косметики практически даром, а то и даром. Это раз. Два, у нас есть очень крутые программы. Если вы приводите новичка, за каждого новичка 100 рублей вы получаете в первую линию, да, если вы приводите. Это дополнительный такой заработок. То есть здесь человек привели, вот 1000 рублей вам на подарочный счет, и это очень круто, кроме зарплаты. Когда вы подтверждаете какой-то определенный уровень, то вам также дается премия, на подарочный счет вам ложатся деньги. То есть вышли, вот вы на вице-директора, да, у вас, например, там зарплата 25 тысяч, плюс еще 13500 вам дарит компания за то, что вы вышли вот на этот уровень. Тоже, ну, много прикольных таких вот акций, да, вот этим летом у нас акция в подарок ноутбук, планшет и телефон. Тоже очень легко выполнимые условия. То есть море всяческих акций, море новинок. И я хочу сказать, что в этой компании очень легко строить бизнес. Особенно женщинам. Почему? Потому что здесь вам не надо напрягаться, так как напрягаетесь в других компаниях. Лидером стать легко, потому что товарообороты небольшие. Легко зарабатывать всякие интересные няшечки, да, вот как автомобиль, например, круизики всякие. То есть вот действительно для женщин это круто. И я хочу сказать, что вот я, например, за полгода сделала такой результат. У меня в команде платиновый директор, 6 директоров. И сделала это очень легко на телефоне, скажем так. Путешествия. Два раза ездила в Таиланд за счет компании. Что еще классного тут? Ну, в принципе, вот честно, ни в одну другую компанию MLM я бы не пошла, просто потому что там нужно напрягаться. Наверное, те компании для мужчин. Мужчины, да, они должны работать с утра до ночи, может быть, там, в некоторых случаях. Но не для меня. Если вы хотите попасть в нашу команду, расскажу вам, что есть в нашей команде крутого. У нас есть очень клевое обучение. Директор за 31 день. То есть, если вы поднапряжетесь, вы за месяц можете выйти на директора и уже писать заявление на автопрограмму, уже подумать о том, чтобы поехать в круиз или в какое-нибудь другое путешествие. То есть, выйти на хорошую зарплату, забыть, наверное, все, что было раньше, когда вы были, например, наемным работником, это ужас какой-то. Вот. И в нашей команде обучение построено в виде сайта, день за днем, пошаговое обучение. У нас очень много чатов поддержки. Мы помогаем развивать вам личный бренд, то есть работать без спама. И я лично курирую обучение для всей своей структуры. Да, я смотрю, как работают люди мои. В первую линию я беру очень редко кого-то, потому что уже просто нет возможности работать с первой линией, но у меня есть несколько мощных лидеров, и я приглашаю вас к себе в команду. Поверьте, вы очень быстро выйдете на крутой результат, потому что компания действительно дает возможности море. Работать здесь легко, работа налажена, система есть. Поэтому вот под этим видео вы можете найти все мои контактные данные. Если я вам понравилась, понравилась вам моя кошка, понравилось то, что я вам рассказала, то я с удовольствием приму вас в свою команду. Ну, до скорых встреч. С вами была Елена Коваленко.